А в молдавском Свято-Успенском монастыре, что в селе Цыгинеш, состоялся третий международный фестиваль колядок. В ежегодном рождественском мероприятии приняли участие более 20 хоровых коллективов из разных районов Молдовы. На фестиваль насельники монастыря всегда приглашают и колядующих из других православных стран. В этом году гостем торжества стал хор из Румынии. Подробности в сюжете Юлиана Проки. С утра в Свято-Успенском мужском цыганежском монастыре была отслужена божественная литургия, после которой монастырь наполнился мелодиями колядок. Хотя фестиваль проводится только в третий раз, он уже имеет сформировавшиеся традиции. Так, в каждый год на это событие приглашаются колядующие из разных православных стран. В прошлом году в монастырь Цыганеж приехал хор из России, в нынешнем году из Румынии. Мы думаем, что наш фестиваль из года в год будет обретать все новые и новые традиции. Надеемся, что он станет большим духовным событием для нашей страны, потому что и праздник Рождества, на котором поются колядки, большое духовное событие. Мы приносим хвалу Богу через наши колядки. Праздник Рождества особенно красив, когда они поются. Хоры, которые приходят на фестиваль, приносят в подарок самые красивые песни, подобно волхвам, которые принесли младенцу Иисусу в дар драгоценные дары. Министр культуры Молдовы Борис Фокша, присутствующий на фестивале, говорит, что такие фестивали должны проводиться во всех районах страны. У нас очень красивые православные обычаи, связанные с Рождеством. Было бы большим грехом, если последующие поколения забудут о этих традициях. В нынешнем году в фестивале колядок в Цыганежском монастыре участвовали более 20 хоровых коллективов. На следующий год насельники монастыря ждут еще больше хоров. Свято-Успенский Цыганежский монастырь отпраздновал 20-летие возобновления монашеской жизни в прошлом году. Святая обитель была основана 300 лет назад, когда монахов, пришедшие впервые в эти места, привлекли три родника, давшие жизнь озеру. У этих источников в лесной чаще, у подножья холма, монахи основали скит, который стал монастырем в 1725 году.